за Атартеном есть приток, там Печоры, Мальская Волосница, Мальская Волосница, по-моему. Потом еще он какую-то реку называл. Там есть избушки, ну, про которые никто не знает. И он там все лето находится. Он там уходит туда каждое на все лето. Сам он с Астрахани, город такой есть. Астрахань, это очень далеко отсюда. Да. И вот он приезжает, он автостопом. Ну, то есть он, у него денег нет. Да. Автостоп это вот да, там. Да, вот, я знаю. Приезжает. И добирается потом, не знаю, как он сюда добирается, кто его забрасывает без денег. Ну, ну как-то он здесь оказывается, и все лето, ну это он нам так рассказывал, все лето он находится там, один, в избушках этих. Да. Питается он рыбой, грибами, ну то, что вот да. под рукой, в основном рыбой. Ну я так понимаю, он там живет в каком-то месте, потому что он про, про рыбу рассказывал, хорошо знает, где, где она там это питается, в основном рыбой. Да. И, ну, такой очень приятный человек, зрителям он очень понравился. Ну, вот я его снимал, задавал вопросы ему. Да. Он сказал, зачем он это делает. Он набирается Божьей благодати там. Да. Ну, я вот сам не понимаю, что это не, значит. Ну для отшельника-то это нормально, это хорошая мотивация. Божья благодать. Да. Ну, что это значит сам, я, ну, как бы, ну, энергии, может, какой-то, я не знаю, что, что это значит, благодать. Значит, и, ну, естественно, я ему задал вопрос про перевал Дятлова. Ага. Ну, раз он здесь столько времени находится да, вообще. Да. И он говорит, да, ну, говорит, мое мнение, говорит, вот, вот что-то сверхъестественное было. Потому что, говорит, со мной один раз было такое здесь, очень страшное что-то. Чего я тоже испугался очень сильно. И тоже убегал. Да? Да. То есть, и он говорит, я считаю, они тоже чего-то испугались и тоже убегали. А вы что, значит, убежали? Я, естественно, у него стал спрашивать, чего он испугался-то. Он мне рассказал, вот на той стороне, где со стороны Ауспии хребет, ну, с той стороны, да. Он говорит, я один раз, значит, увидел треугольные следы, вот такие вот, вот такого размера он показал эти следы, треугольные следы, они были вдавлены в землю. Да. А сначала, говорит, перед этим я испытал очень сильный страх. Мне, говорит, стало что-то плохо, говорит. Потом я еще, когда, говорит, увидел эти треугольные следы, мне вообще стало страшно, я, говорит, побежал. И убежал, говорит, оттуда. А что это было, говорит, и почему я этого испугался, я, говорит, не понимаю. И, говорит, думаю, что, возможно, здесь, в этих местах, и с дятловцами то же самое произошло, почему они убежали с палатки. Ну, вот так он рассказал.